Hello guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. У нас осталось всего там 5 доп. Миссий, одна обезьянье дело и потерянная экспедиция. Но она называется потерянные как это там эксперимент, либо что-то такое, забытый эксперимент. Давай, что? Пушка. Умеешь пользоваться? Конечно. А что, тут кто-то не умеет? Я думаю, ты нам поможешь? Тут собаки совсем одичали. Ходят стаями. Одна из них как-то странно себя ведет. Слушай, несколько лет назад мой пес заразился бешенством. Он тогда всех кусал, ломал зубы, пускал пену, лаял, как сумасшедший. Думаешь, есть пес с бешенством? Да, я ее видел вчера. Мой пес выглядел так же. Скажи, где искать. Спасибо, но ты осторожней. Она вожак стаи. Другие собаки к ней не суются, но ее стая всегда рядом. А без Б у нас есть утолитель, он называется хищник. Вот моя крошечка, она разберется со всеми ими. Если их очень будет много, тогда дело пойдет моей мочке. Так, кто они, да? Ой-ой. Нихера их. Ладно, поехали. Блин. Тихо дыхался. Так. Убил? Ладно, поехали в атаку. Минус. Давайте. Все? Готово. Еще кто-то есть? А где вожак стаи? Я убил уже всех. Готово. Убить вожака стаи. Я убил. И что дальше? Мне это что дало? Алло? Я не вижу, что мне что-то это дало. Убить вожака стаи, я убил. Убить вожака стаи, я убил. Все. А. Засчитали. Все, значит, нормально. Так, сразу. Фул патроны. Я ж на снайперку тратил. Где там подобрал, интересно. Ладно. Пускай. Ну, их было очень много, если так смотреть. Напали бы толпы, убили. Может быть. Я разобрался с проблемой. Спасибо. Убивать собак никто не любит. Но тут уж или они, или мы. Они тебя не укусили? Нет. Нет, но если увидишь пену изо рта, сразу убей меня. Пойду куплю ружье. Что смешного? Пойду я уже. Пока. Челик, походу, вообще шуток не понимает. Так, ладно, 99. Поговорите с Герком. Где мне найти... Герк это, скорее всего, здесь, да? Потому что нас слишком уже выцвело. Следующие миссии у нас будут здесь.
побежали сразу Терсону. Миссия у нас теперь на острове. У нас остается еще потом две миссии, походу большие. Это с экспедицией типа и обезьяний труд. Так, давай, погнали. Так, ты, да? Странный ты какой-то, эй. Слышь, я смотрю, тебе хочется пострелять. Да не в кого. Самое странное приветствие, которое я слышал. Сета, помогаю пропавшим иностранцам и даю им работу. Наверное, ты видел четверку таких? Видишь, где я стою? Ближе к острову и подходить не стану. Вредно для здоровья. Но раз ты там бродишь, мог бы принести мне кое-что. Оттуда, где стрельба? Тебе решать. Когда пираты разнесли мою лодку, они украли несколько ценных вещей. Хочу вернуть три из них. Я знаю, кто их взял, и знаю, где они. Я покажу тебе. Первый парень всегда бухой. Вытащи часы моего отца у него из жопы, и он не проснется. Но не бойся. Они не в жопе. Следующий. Он игрок. Зависает с игроками в покер. У него ожерелье моей мамы. Третий. Сволочь. Берегись его. У него мой филейный нож. С рукояткой из розового дерева. Идиот убивает им людей. Попробую все вернуть. Удачи. Ну это легко, потому что это все в городе, да, я надеюсь. Ну да, это все в городе. Выломаем машину, да? Ну видите, они главное не агрессивно на меня настроены. Так, первый это ты. Эй, хочешь чего купить? Очень дешево, хорошее качество. Ожерелье старое не продашь? С лодки. Может быть, но за хорошую цену. И почем? Много, но может работать. Ты как в покере? Там вот парни, акулы, разорили меня. Я хочу им отомстить. Как? Я хочу 300 баксов назад. Хочу, чтобы они плакали. Заставь их плакать. Тогда получишь старое ожерелье. А то есть ты мне намекаешь сыграть в покер? Ну, челик немножко бухой, да? Да, он бухой, ребят. То он не мертвый, он бухой. Ну чё, погнали. А где вход? А, понял. У нас как раз с вами 6 косарей. Слишком богат, чтобы с нами играть. Присаживайся. Недоступны. Ладно, новичок, погнали. Вы ж профессионалы. Ставка 10. Без проблем. Денис поставил большой блайнд, 20 фишек. Угу, у меня выше карты. Давайте сделаем так. Ва-банк не пойду. Так, почему я не могу повысить? А. Давай. Дальше. Отвечу. Оставлю. Я понял, я сбросил карты. Угу. Оставлю. Оставлю. Блять, я что, сбросил карты? Сука, я тупой. Оставлю. 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 Вы заеб... Еще. Пас. Я серьезно скинул карты. А у него флеш. Я бы проиграл. Здорово. Бля. Я думал, хотя я бы проиграл, если так смотреть. Ну плюс эта игра здесь же все заскриптовано. Хотя хер его знает. А, 5-6. Фол, типа сброси, да, я нажал. Поднимаю. Давайте. Отвечаю. Отвечаю. Отвечу.
Оставлю. Подниму. Mm-hmm. 5, 6, 7, 8. Блин. Дальше. Пас. Это херь. Мои карты лучше, я знаю. Я пас. Там было херово. Да, у него пара с двух этих. Здорово. Хорошо, что я сбросил. Так, поехали. Король, у меня старшая есть. Отвечу. Еще. Я отвечаю. Давайте. Отвечу. Кол. У меня старшая есть, хорошо. Чё за тупые карты? Оставлю. 7, 8, 5. Но у меня старшая карта. А. Давайте на 40 еще. Отвечаю. Отвечу. Ага. Да, это займет время. Пас. У меня король? Иду ва-банк. Хотя. Давай еще 50. Поднимаю. Отвечу. Хорошо. Сейчас 530, да, у нас? Я иду в банк. По-крупному. Я пас. Пас. Изи. Редкое везение. Разорил людишек немножко. Этот волнуется. 3-6. Кол. Отвечаю. Нужно принимать. Отвечу. Оставлю. 3-6 есть, тогда я поднимаю ставку на еще. Дерьмо, сбрасываю. Фу, я чуть ва-банк не пошел. Я пас. Не добавляю. Чек. Не добавляю. Фигня в том, что я могу здесь просрать. Если у одного из них двойка, я в минусе. Вот, даже карты у меня неподходящие. А не с чем идти, еще. Смысла нету. Отвечу. Я пас. Можно пропустить это? Фолд. Ну этот пас уже, да? Чек. Чек. Ну скрывайтесь, ребятки. А, видите, вот это вот двойка была. Часть. Так бы и проебал. Вот как надо. Ага. Блин, я разоищусь, серьезно. Можно это пропустить? Там уже показано 5, или что это? Пропустить. Так, ладно. Отвечу. 8-4. Отвечу. Поднимаю. Отвечаю. Чек. Поехали. Давай, карта. Ложись. Так, у меня есть тройка, хорошо, у меня есть пара. Чек. Не добавляй. Блять, мне нету пары, чек. Сука. Я пас. А как мне тогда выиграть, подождите? Чек. Не добавляю. Оставлю. Мне карта с картами не идет. Я хотя... поднимаю. Блин, чертовы я не мог... Карты. У меня 4, да, было? У меня 4 была. У него пара снова короли. Да. А я бы проиграл. Ты не ждал такого?
Сейчас, подождите. Карта повезет. Если у меня получается будет туз, нужно будет сразу повышать втрое. Одно из двух, кто-то из них примет, а один из них скинет. Так, две кресты. Отвечу. Отвечаю. Отвечу. Кол. Чек. Хорошо, давай. Мне нужно три. У меня три креста есть. Ага. Оставлю. Там пара есть. Нужно поднимать. Ставку вижу. Поднимаю. Все, минус. Пас. У этого тоже пас. Ничего нету. И у этого ничего нет. Хорошо, сотка есть. Там девятка? Я думал, это шестерка, тю. Надо же, победа. Ладно. Но мне деньги ни туда, ни сюда не идут. Вот этот вот челик опасный. У него в основном пары с королями идут. Отвечаю. Всем дамам. Отвечу. Отвечу. Пропускаю. Чек. Дама, тройка. Чек. 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 Подниму. Я пас. Зря ты это сделал. Поднимаю. Рейс. Я пас. Отвечу. Нужно его гасить. А если у него... Давайте на 50. Добавим на кон. Отвечаю. Хорошо. Я могу еще поднять? Идем ва-банк. Поднимаю. Ставлю все. Изи. Я выиграл. Есть. Спасибо, фортуна. Минус. По фишкам нужно смотреть. Одна фишка — это двадцатка, да? А, что по рукам? Крест, ромбики, ну бубны. Да давай. Отвечу. Чек. У него самое больше, у того мало. Давайте три ромбика, плес, три. Ладно, один есть. Еще нужно не один. Добавляю. Хотя. Не добавляю. Мы ж по две карты играем, черт. Ладно. Чек. Оставлю. Что не мне добавляю. По картам? Двойку, у меня есть пара. У меня две пары. Давай, погнали. Найс. Я пас. Отвечу. Чек. Ва-банк. Поднимаю. Я пас. Ну это понятно, у меня две пары было. Изи. Хорошо. Нужно того уже забрать его денежки. А у того еще два этих. У меня то четыре. А черт. Ох. Высокая самая. Кол. Поддержу. Я оставлю. Туз, и начну их наебывать. Не добавляю. Чек. Чек. Ничего, у меня еще есть. Пасую. Навряд ли не блефую, да? Это ж боты. Пасую. Сейчас посмотрим. Высшая карта. Я, в принципе, мог с ними сразиться. Ха! Ты не ждал такого? Он блефанул. Молодец. Значит, он не блефует.
Как бы тебя так наебать тогда? Ой-ой-ой, погнали. Отвечу. Поддержи. Не добавляю. Четыре. Опа, пара есть. Так, давайте вот так. Поднимаю. Поднимаю. Пасую. Вот тварь. Отвечаю. Его нужно добивать. Валет, 5. 3, 4, 5. Нужно еще поднять. Я подниму. Он тоже. Отвечаю. Поднимет, и я ставлю все. И он тоже должен будет поставить все. То, что он остается на мели. Я ставлю все. Поднимаю. Иду ва-банк. Фух, повезло. Здорово. Спасибо, Фортуна. Все, минус еще один. Остался только ты. Жестенький. Так, 9. 5-9. Отвечаю. Отвечаешь? Чек. Ну давай. Ой-ой. 9. У меня пар нету. Хотя, ладно, давай чек. Подниму. Сброшу. Дальше. Пускай забирает. Да, у него была пара. Если он пошел. Да я понял, что если у тебя что-то есть, ты пошел. Логично. Поехали. Отвечу. Чек. Так, мне главное, чтобы была дама и валет. Так. Дама есть, хорошо. Оставлю. Поднимаю. Давай, по-крупному. Я подниму. Пас. Угу, плюс 40. Да, я выиграл с парой. Самый раз. Нужно в один момент будет положить чисто все. И он должен будет обязан тоже принять на все. У него фишек где-то еще на 700. Гол! Так, ну давай, чек. Чек. Туз. Девятка, у меня есть девятка. Черт. Давай, чек. Я оставлю. Не добавляю. Значит, у него тоже ничего нету. Карта отврат. Чек. Я оставлю. Поднимаю. Сброшу. Я пас. Что у него было? Девятка, да, у него была пара. А, это пара с этой колоды. У нас бы смотрели по большим цифрам. У меня что с датом был? Ладно, уже поздно. Идите к папе. Давай, Джейсон. Счастливую руку. 8-9. Ну давай. Call. Чек. У меня 8-9. Мне нужно, чтобы у меня был full house. Не добавляю. О. Зря. Поднимаю. Давай.
Отвечаю. Еще девятку. Еще девятку. Чек. Так, то, что бубны. Если еще с бубной одной повезет, я могу все поставить. Я подниму. Я поднимаю. Даже так. Отвечаю. Давай. Однако, если еще две бубны. Сука. Подниму. Мне только девятка пара. Сброшу. Карты не к черту. Ну так тоже как девятки. Бля, ладно. Обошел я тебя, детка! Не бойся, у нас потом будет все норма. Я не думал, то, что у него тоже будет девятка. Так, у меня высшая карта. Отвечаю. Чек. Давай. Туз. Ха, давай. Я подниму. Отвечаю. Семь, мне плевать. Давай на 40. Ставку вижу. Поднимаю. Отвечаю. Вот это опасно. А у меня две пары. Все, ва-банк. И добавим на кон. Ва-банк! Вот как играть надо! У меня две пары, одна старшая и семерка. Я выиграл. Да, у меня старшая пара. Все, я хорошо. Выиграл. Хорошо. Изи. Редкое везение. Вы выбили другого игрока и отыграли деньги азартного игрока. Все. Изи. Вот так вот, ребят, нужно играть в покер. Ты где ты, мой челик? Пипец ты, конечно. Держи. Ты выиграл. Ты заставил их плакать. Да. Девчонок. Конечно. Да, я выиграл. Они плачут. Молодец. Теперь я вернусь и устрою им. Блин, это только первый, вы это понимаете? Это только первый из трех. Вот эта миссис, вот знаете, прикольно тем, что она разнообразна. Ну чё, погнали. 20 минут, 28 минут уже. Ой. Ой. Тихо. Минус. Тихо, 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 тихо. Я понял, что вы здесь водитесь. Короче, побежали быстрее к последнему. Но этот был, ладно, попроще. Здесь нужно было только убить. А, эти тоже только с убийством связаны. О, их там. Так, собака. Это мое. Никто не может трогать. Ну, ни хрена! Все, готово. Обыскать труп. Ключи, возвращаемся к челику, говорим, что... И знаете, что прикольно? Мы успели по таймингам. Не, ну покер там... Вот этот жесткий был. Я знал, что он, типа, самый... Такой будет.
из тяжелых. Эй, вот твои это вещи. Не просто хлам. У кого нет связи с прошлым, у того нет будущего. Вот, это за помощь. Давай мне ноль. Эй, чао, какао. Пойду я, пока пираты не спохватились. Чао, какао. Удачи. Давай. Чао, какао. Ладно, тогда что у нас будет следующее? Нам нужно здесь закончить дело. Здесь. И три миссии здесь. Значит, я полечу сюда. Хотя нет, давайте отсюда и вот так сделаем. И если останется время, обезьяне дело и экспедицию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.